посвящается всем перевекам. Есть рекорды мира, да? А есть рекорды Брова? Я сейчас взял две гири 24 в руки, две, и буду держать их 4 минуты. Это мой рекорд. Рекорд мой 2 минуты, понимаешь? Сейчас пока нормально. Чтобы лить через 2 минуты. Вот такая движуха. Зачем я это делаю? Чтобы вы послушали мою новую песню, которая называется «Я поднимаю гири». И хоть на этом видео я их не поднимаю, это тоже непросто. Статика. А! Иду на темпе 24. Пока вообще ничего не чувствую, как будто ничего нет в руках. Как Денисов Иван, братва. Вот. Я опускаю гири. Весело. Кто не слышал «Город Таракан», тот братишка, не братан. Понимаешь? Ты прям вообще мучаешь жесткий сценарий. Ты обещала что-то говорить. Я ничего не слышно. Поставь камеру спокойно. Вот хоть на этот стул. Поставь. Поставь. Я поднимаю гири. Поставь на стул. Я слушаю просто. У нас дети в ванне. Они еще маленькие. Так, у нас прошла минута 16-17. Сотню раз за подход. Понял? Вот я уже чувствую себя, что я прикурил. Простые гиревики. Гири, гири. Гири, гири. Самое интересное, что 4 минуты это больше, чем длится песня. Я поднимаю гири. Я поднимаю гири. Я поднимаю. Я не опустил. Я не опустил. Я поднимаю гири. Итак, у нас 2 минуты. Я поднимаю гири. Сколько у нас тут? Вот часы. Даша, включи другую песню. Включи, не знаю, там, первую включи. Нет, нет. Вот замечательно, замечательно. Можно вести на таймер даже. Всем хейтерам. Как вы считаете, пацаны, вот вы верите Диме Билану? Невозможно, а возможно или нет? Парень гомосексуал. Твоя баба любит Брова. Ты любишь Брова? Я не его баба. Зачем ты взяла его? Даш, мне надо смотреть. Нет! Не будет рекорда Брова. 3 минуты, пацаны. А я знаю, да встать и заткнуться. Это как в батл-рэпе. Встань, заткнись, когда пройди. Я мозоль сорвала, сука. А больно, больничка. Выглядит не впечатляет. Да? Да, как будто просто ору. Просто ору. Да. Давайте. Бля, сейчас с рукой. Блядь! Все, держись! Нельзя маты! Ютуб маты не матизирует! Мозоли сорву! Я отвидел улиос! Брол отвидел улиос! Ты пули как понос! Ты пули не всерьез! Бля, я сделал это! Я это сделал. Знаете как, если я смог, и вы сможете. Вопрос нахера? Это главный вопрос. Пухи. Все. Я запнулся.